Оказывается, это грех. Да простит меня грешную, грешила и буду грешить. Не будем говорить о грехах. Я, в принципе, неверующая, но, тем не менее, кого-то от этого бомбит. Но скажу немножко другое. Не знаю, как грех, но некоторые женщины превращают этот некий прекрасный акт для мужчин в акт людоедства. Вот так.